можно, я думаю, ну-ка. Да. О! И причем в последнем блине. Я смогла, мой скилл улучшился просто до небес. Да, а теперь я хочу просто налить водички попить, потому что я умираю от жажды. Сикс бок, сикс, кикс бок-то, блин. What? Сикс кикс бокса, бок. Блин, да что ж такое? Ой, я все-таки так не протела. Ну, забей, забей. Давай. Мы тебя очень рады на нашем стриме. Привет. Так, у меня в общем-то все. Если честно. Вообще все? Отлично, великолепно. Сейчас, секунду. Блин, я все-таки просто хочу. Слушай, я пока поставлю на зарядку телефон. Да. А, женщина. Я всегда найду монетку, когда поматься. Хватит меня маться, женщина. Искусство — это взрыв, господи, кто-то помнит этот фильм. Я про нарядку в целом. Я прошу прощения, у меня здесь, короче, длинная заминка. Я, блин, все еще ищу то, что надо. Это-то, да, еще. Еще бы. Да, хотлайн. Да что ж такое? Детонатор! Господи, где детонатор? Ребята, где детонатор? Лиза, нам надо здороваться с детонатором. Все очень. Я успеваю? Подожди, сейчас мы отдельно будем. Где детонатор? Няо! Да что ж такое? Что такое? Хочешь мне играть? Я просто ищу песню, я все никак не могу найти и вспомнить, что именно я хотела. У меня когда-то был альбом «Любимый раковник» у группы, но я все не могу. Запдус 77! Подожди! Запдус 77! Мы тебе очень рады на нашем стриме! Вот. Не, ребят, слушайте, у нас банят за ссылки. Я не знаю почему, но, в общем, вот так. Я не знаю, сама ли я это или не сама. Шлепни подругу по попе. Шлепни подругу по попе. Шлепни подругу по попе. Это, наверное, была просьба изначально, но это все не важно. Шлепни подругу по попе. Я зацепила. Мы тебя рады видеть. Я куда-то не туда уезжаю. Я шлепнула. Я не хотела кровосток включить, задолбали. Нет, я знаю, что я хотела включить, короче. Вот, определенно, это эта песня. Ты не знаешь, что это, и не стоит знать. Так, смотрите, все, мы закончили, а это значит, что надо садиться и продолжать. Ну, в смысле, продолжать заканчивать все это дело, потому что сейчас будет очень интересный момент, когда мы будем обмазывать эти великолепные блинчики этим великолепным кремом. Подожди, он горит. Да. Ну, запомнил. Давай, мы это делаем по-боярски. Давай, 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 пускай у людей останется впечатление. Он мне помнит. Отлично. Они в меру сладкие, такие вот прям как надо. Их не забанили? Почему? А, на минуту? Ножи не очень нужны. Видите, как у нас блин сбегает последний? Ничего страшного, это как-то вкусно. Они друг друга как бы невзначай друг друга трогают. Мило. Невзначай. О, невзначай. О, господи, женщина. Я просто падала. Отлично, мне написали шок-контент. Присядь, пожалуйста.
Нашу рукой попробуй. Что случилось? Попробуй блинчик. О, ты серьезно? Ты настолько извращенка? Попробуй блинчик. Я не буду пробовать твой блинчик. Это шок-контент. Нельзя. Нельзя. Да что ж такое у меня? Да нет. Надо вставлять есть блины, вы представляете? Мне не нужно много модеров, поэтому я думаю, что нет. Так, давай, нам надо обмазывать, нам надо развлекаться и так далее. Так, развлечение твое забыли, что после того, как ты съешь блинчик. Я пойду кормить тебе блинчик. Нет, она вкусная. Нет, на самом деле мы сейчас садимся. Давай, ты освободил, короче, место. Блин, ешь. Вытаскиваешь сюда блины? Угу. И что я сюда еще тащу? Стул тебе нужен, женщина. А масса вот этого непонятного рода ну, нужна? Ну, нужна, да. Нет? И все? Женщина. Итак, смотрите, нам нужно, наверное, нужна тарелка плоская, которая у меня есть, на самом деле. Может быть, вот это подойдет? Ну, вот такого размера, как думаешь? Думаешь? А думаешь, нет? Удачи, пока-пока. Гопоцелу? Гопоцелу? Не знаю даже, что это значило. Так, подожди, надо поздороваться. Гопоцелу? Как-то ты так... Может, ты просеешь неправильно? Да. Пока-пока! Нет! Ой, нет, привет, блин! Че, короче, правда, возьми ты. Косяк. Упс. Че, знакомые люди? Даже интересно. А, не мастер, привет, мы тебя очень рады сегодня. Видишь, у нас на самом деле стрим уже очень давно идет. Серьезно. Так, нам нужен какой-нибудь трэш из музычки. Да, да, да. И нам еще нужно обмазывать вот это вот, непонятно. Я не знаю, почему включился эта песня, правда. Где у меня есть какой-то трэш? Да, это же Форт Боярд. Я все еще ищу какую-нибудь музычку. Где моя трэш-музыка? Слушай, у меня была целая подборка. Хай! У меня была целая подборка трэш-музыки. Я просто сяду. Тихонько устала. Мяу-мяу. А, устала, да? Хоть меня кусает. Нет, кусал, ладно, подожди. А, да не буду я ставить кроссов, правда. Я хочу просто музычку найти. Где моя песня? Где моя песня? Где песня? Это не то. Да что ж такое? Мне что-то болело вот. Вот, я прилагаю вот это. О! Я считаю, что эта музыка нам отлично подойдет. Мы будем обмазывать? Надо будет потом, просто что я пока еще не отбиралась, а я... ничего. Давай немножко опустим. А, да, давай, раз уж мы теперь сидим, и можно повернуть, кстати, вот в эту сторону чуть-чуть. Чуть-чуть пониже. О, нет, сейчас все спали, что мы с ними ноутбуки, мы как модные люди. Норм, самое то. О, просто я вот это уберу чуть-чуть в сторону. А это мне немножко... Да. Вот это наша сторона. Ребят, я не буду ставить модеров, которых я не знаю лично, я вам честно скажу. Не грохнется? Так. Чем давай сначала рискнем положить этот блинчик и проверить размеры. Нормально. Я думаю, будет, да, просто резать ему немножко неудобно, но это все не важно. Нет, ребят, пистолетов это уже чересчур, потому что я и так его слушаю. Ничего, что ты закрыла? Подожди, он не грохнется? Он грохнется. Вот, да, так я вижу все, да. Вот, все. Норм. Смотри, какой. А, нет, все просто. Так, значит, мы теперь берем по одному блинчику и медленно. Тоненькими струйками. Давайте я буду класть, а ты будешь от. Да. Медленными тоненькими струйками обмазываем. Да. Нет, не тоненькими струйками, потому что оно застыло, оно плотное, ты понимаешь? Мы готовим сегодня пирог для человека-руки, у которого сегодня день рождения. Это пирог из блинов и заварным кремом. Вот. Смотри, он достаточно плотный. То есть вот его надо вот так прямо размазывать. Ну давай я этим займусь. Уверена? Давай так. Ну, я люблю размазывать. Это не звучало, ужасно звучит, правда. И надо оставить его будет на 3 часа, а лучше на ночь, чтобы все пропиталось, понимаешь?
В чем проблема-то? Я на самом деле прямо продумала. Давай, фигани сверху. Хлобысь, хлобысь. Прости, я не знаю богов Твича и вообще не верю в богов. Какая коварная. Макла 23, где мои лапки? А, я на них сижу. Точно. Лапки, где я тебя, Бобко? Мы тебе очень рады! Я! Вот. У нас есть еще целых 7 минут порать, после этого мы будем говорить тихо-тихо. Очень-очень. И шепотом, скорее всего, потому что нас будут ненавидеть. В любом случае, ты слышишь вообще, что мы говорим? Да, не слышишь, что ты. Видишь, вон там датчик можешь видеть. А, нет, это я вижу. Я датчик дам вижу. We make pancakes with cream. Yes, today. Let's. You. Это какой у нас по счету? Третий. Это всего лишь третий, на самом деле. Ее зовут Лиза. Мы с ней частенько стримим. Ну, на самом деле, не так часто, но два стрима. Всего лишь второй раз на стриме. Да, она второй раз у меня на стриме, и она всех радует, потому что это Лиза, и Лиза великолепная, в общем. Обожаю Лизу. Неправда. Я так просто делаю то, что... Всё, она же... Ить. Я же мозговыноситель. Да, она мой мозговыноситель. Личный, кстати. Я что-то а еще есть идея, короче, знаешь, что если у нас не хватит крема, скорее всего, у нас его не хватит. Мы шоколадный займем. Шоколадный займем в любом случае. Можно еще фирменовать мороженое и поставить в морозилку отмокать вместо. Как думаешь? Ты шоу? Ты не забудь, ты мне еще мороженка отхаришь. Да, я тебе еще мороженку должна окажешь. Моя работа. Я знаю, какую-то штучку дала. Ничего страшного, ты переживешь. Да. Зачем ты вообще волосы забрала? Ну, потому что мы готовим еду. А, какой же. Прости, я всегда как-то... С пущенными волосами, какой кошмар. Быстрее мне, давай, с душами, с своими тоненькими миленькими ручками. Так, а это делается. Нет, подожди, нет, подожди, я бы еще зарядила, так. Подожди, я не буду, ребят, как-то... Я буду так. Да, отлично. Продолжаем. Давай, давай, давай. Оп. Он мне показал собачку. Я люблю Литингейль. Мы рады тебя видеть на нашем стриме, хотя ты, конечно, и уже не совсем прав. Слушай, а тебе пока надо будет валеночку. А, да, точно. Литингейль, мы тебя очень рады. Хотя тебе мы уже... В общем, я люблю Литингейль, но тебя тоже рады. Вот, давай, размазывай. Потому что тебе как раз. Ну, в смысле, он же будет вот на этой тарелке? Все, давай, фигани. Дальше. Нам же много надо. А ты считаешь? Нет, я перестала считать, наверное. Ты забыла сдуть дым из пистолета. Вот ты не права, блин. Ребят, вы правы, мы ужасны. Нам придется повторить убийство меня. Простите. Ребята, простите меня. Ребят, у меня проблема. Кажется, я не те патроны взяла. Ну, да. Я встала из мертвых, потому что женщины не убить. Зомби. Зомби. I'm a zombie. Давай, бегай на следующий. Следующий. Да. Маша уже не... Как это? Не скупиться? Не, я скуплюсь просто, что... Я думаю, часть блинцов мы сейчас поедим. Хочешь? Я хочу мороженого, которое ты мне обещала. А мороженое с блинами, с шоколадом, а? Нет. Почему я нет? Я хочу просто мороженку. Ну хорошо, а блины с мороженкой? Сама блины свои ешь. Блин, блины, блин. Блин, блин. Давай, клади блин, блин. Блин, клади клин, блин, а? Где меня? Реально прикольно получается. Да, я боюсь только, что у нас замазки будет мало. И знаешь что? У нас есть возможность сделать еще дополнительный слой крема, который из сметаны. Сметана, сахар и, по-моему, с белками как раз-таки. А ты белки выкинула? Нет. А где они? Они там лежат. А, ну тогда отлично. И я думаю, мы можем сделать дополнительный слой крема. Конечно, он будет не такой сладкий, но в этом и плюс. Понимаешь, мы разбавим наши сладкие достаточно блюда уже не очень сладким кремом сверху. То есть вот сверху мы накладываем второй слой крема. Как думаешь? Опасно? Короче, если вы хотите заработать диабет, кушайте такие блинчики, Маша. Да. Продолжим. За Литингейль двор стреляем в упор. Я поняла. Посадить себе все, что только можно. Ничего я не посажу себе. Мне больше интересно, на самом деле. Она живучая. Да, она очень живучая. Она реально живучая. У меня даже есть... В общем, я даже съела грибы, которые я вчера набрала, и осталась жива, вы представляете?